Топ-чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Всем привет! С вами Вита Чековани, и это Топ-чарт Rocket Records, место качественного популярного музыкального контента. Здесь я знакомлю вас с перспективными и амбициозными исполнителями и определяю, кто же стал лучшим на этой неделе. Полетели! Топ-чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Открывает сегодняшний чарт певица Тассо. Молодая исполнительница уверенно ворвалась на российскую поп-сцену. Ее визитная карточка – уникальный тембр голоса. Музыка Тассо – это смесь попа, софт-рока и диско. В треках девушки слышится стиль Кэти Топури, и это не просто так. Ведь в прошлом году певицы начали сотрудничать. Яркая подача, интересные аранжировки – то, чем цепляет творчество Тассо. Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев клип «Девочка плачет». Чувственная, но в то же время танцевальная видеоработа напоминает нам, что любовь способна. Огонь сквозь пальцы ловила я тебя. И я хотела все с тобой, что было нам нельзя. И в этой гонке мне с тобой не победить. Но знаю, что мне это не остановить. Ну а вдруг мы что-то позже? Скажи мне, что ты тоже влюблён. Здесь есть только ты. Я лечу с тобой, как будто до луны. Ладонях летний каст, и я смеюсь. Запомню это еще чуть-чуть. Чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Талант родителей не всегда передается детям, но это точно не про дочь Любови Успенской. Пача Тати – такой псевдоним взяла себе Татьяна Плаксина. Она придумала его во время путешествия по Южной Америке, вдохновившись историей индейцев. Пача – планета, а Тати – имя певицы. В псевдоним артистка вкладывает глубокий смысл, как и в свои песни. Треки Пача Тати яркие и танцевальные. Поет, конечно же, про любовь. Клип «Плечи» как раз о том, что когда мы влюблены, нам не нужен никто другой. Я не звоню тебе, а ты все пишешь мне. Buenos días, baby, llámame Vale. Soy sexy y lo sabes. Так быстро день прошел, и все бы хорошо. Но вдруг тебя встречаю в летнем баре. И понеслась. Плечи мои голые, кружат твою голову. Тая
поет перед глазами. Плавишь меня шотами, в памяти скриншотами, все, что осталось между нами. О тебе внушаю я себе, мы так легко вчера с тобой расстались. И снова за спиной знакомый голос твой. Buenas noches, baby, tantos años. И понеслась. Плечи мои голые, кружат твою голову, таешь, как лед перед глазами. Плавишь меня шотами, в памяти скриншотами, все, что осталось между нами. Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Словно разум теряю, твое имя не знаю. Алехандро, Диего, Армандо, Антонио, кто ты такой? Позвоню тебе ночью и скажу, между прочим, что я в жизни другая такая, наверное, только с тобой. Плечи мои голые, кружат твою голову, таешь, как лед перед глазами. Плавишь меня шотами, в памяти скриншотами, все, что осталось. Чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Открывает тройку лидеров мультиинструменталист и поп-артист Горный. Несколько лет назад он громко заявил о себе композицией «Ой, мама!». Сегодня Горный радует нас своим новым треком «Нереальное». В песне сочетается воздушный вокал, ритмичный поп-бит и акустическая гитара. А лирический герой попадает на другую планету, где для всех он кажется инопланетянином и безуспешно пытается отыскать свою возлюбленную. Смотрим. Ты моя нереальная.
Топ-чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Иногда все можно решить, ответив лишь на один вопрос. Кто я для тебя? Именно так называется песня дуэта «Эльбс». Ильгиза Каражанова и Сурен Платонов так зовут участников коллектива. Раньше были сольными артистами, но в какой-то момент решили объединиться. А что получается, когда встречаются два талантливых исполнителя? Правильно! Классные треки! Песню «Кто я для тебя» специально для ребят написал Денис Клявер. А клип – это такой драматичный мини-фильм про светлую, чистую и даже наивную любовь. Знай, рядышком с тобой я совсем другой, робкий, как мальчишка из детства. Знай, так легко с тобой быть самой собой, теплотой души твоей греться. Пусть все не решено, но не все равно, кто я для тебя. Не проходит дня без вопросов и ответов. Знаешь, я схожу с ума. Полная луна, третья ночь без сна. Что же происходит с нами? Я не тот, и ты не та. Но прошу, скажи, правды нет. Совсем другой, добрый и такой же, как ты, родной. Так легко с тобой быть самим собой. Знай, что только ты и никто другой. Да, мне найти нам нужные слова и кругом голова. Чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Вот мы и добрались до первого места. Интересно, кто же там? Ну ладно, не буду вас долго томить. Победителем топ-чарта этой недели стал рэпер Конфуз. 2 года назад он взорвал интернет своим треком «Ра-та-та-та». Клип собрал более 75 миллионов просмотров. Следом еще один хит «Пропал интерес». То есть сбавлять обороты Конфуз не намерен. Поэтому продолжает выпускать новые запоминающиеся треки. На этот раз он решил дать второе дыхание нашумевшему хиту певицы Нюши «Выше». Получилось неожиданно и очень стильно. Выше, чтобы не замечать города.
кругом. Я хочу быть ближе, тебя не обижу. Улетим с тобой выше, детка, других я не вижу. Ты не предашь меня, это я знаю точно. Ты нужна мне каждый день, ты нужна мне срочно. Наши сердца друг с другом связаны, связаны прочно. Остальным сори, ты моя и точка. Все будет как надо, надеюсь, ты меня услышишь. Ты как торнадо, ведь мне сносит крышу. Глазами я иду к тебе. Я люблю тебя, детка, я не друг тебе. Не слушай, пусть говорят, они врут тебе. Забудь их всех, у нас с тобой новый маршрут теперь. Маршрут построен. Мы улетаем далеко-далеко, подальше от всех, только наверх. Мы улетаем на-на-на-надолго. Навсегда, эй, навсегда, эй. Чарт Rocket Records на РУ-ТВ. Эх, на этом все. Следите за топ-чартом Rocket Records, чтобы быть в курсе всех новых и крутых клипов от ярких и талантливых исполнителей. С вами была я, Вика Чикованя. Всем пока-пока. Топ-чарт Rocket Records на РУ-ТВ.